В городском театре собрались однопчанки разных возрастов и профессий. Такое количество очаровательных женщин зал театра собирает, как правило, в преддверии 8 марта. Праздничную программу для прекрасной половины человечества подготовили мужчины. Они пытались разобраться в вечном вопросе – чего хочет женщина? Юная ведущая Виктория раскрыла женский секрет. Вот вы все думаете, что женщина хочет красивую шубу. Кто так думает? В песнях и танцах выражали свою любовь к матерям, сестрам и бабушкам творческие коллективы Анапы. В зале аплодировали каждому номеру. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил всех женщин с Международным женским днем. Все, что делается в мире, все, что делается доброго, светлого, конечно же, это делается ради жизни. Жизнь даете вы, милые женщины. Поздравляю вас с этим праздником. Чтобы в вашей семье был мир и добро, чтобы ваши близкие приносили вам только положительные эмоции, чтобы вы с удовольствием жили, с удовольствием, если вы хотите, трудились, и чтобы все это приносило вам удовольствие и хорошую заработную плату. С праздником вас! В завершении концерта женщин ждал еще один сюрприз. По приглашению главы курорта для анапчанок выступила группа «Ярахмель». Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.